Всем привет! Как сделать вентиляцию в покрасочном месте? У меня была необходимость, и я этим занялся. Мне нужно, чтобы вентиляция была маленькая, стояла внутри помещения, чтобы не было шума на улице, ну и присутствовали все фильтры. Я выбрал бесхозное место, куда буду все это устанавливать. Сделал подставку для вентилятора и поставил сам вентилятор. Зачем я сделал корпус для фильтра на подачу воздуха внутри помещения, ну и саму решетку, к чему фильтр будет крепиться. Затем из старой печки я сделал обогрев воздуха, изменил корпус под этот фильтр. И все это прикрутил к потолку. Вот так вот пока это все выглядит временно. Для проверки. Вот. И вот сам фильтр, он снимается, сверху синтепон, снизу типа шелка помельче. Теперь делаю сам фильтр для вытяжки. Мне нужно, чтобы вытягивался в определенное место. Также фильтр синтепона, также он меняется. Тут уже потрепался немного, так что не обращайте внимания. Все это я прикручиваю, и как бы все готово. Итак, посмотрим, что я тут нагородил. Вентилятор для подачи воздуха и вентилятор для вытяжки. Воздух подается с улицы вовнутрь помещения через обогреватель и фильтры. Обогреватель, значит, имеет три спирали и два включателя. То есть может быть 2 киловатта обогрев, 4 или 6. Ну и фильтр для вытяжки. Вытягивается на улицу и все выбрасывается. Ну вот, как бы и все. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои видео. Пока!